Белоруссии продолжаются так называемые марши «Нет тунеядцев». В городе Молодечно больше 500 человек протестовали против закона, который обязывает каждого неофициально трудоустроенного платить по 4 миллиона белорусских рублей в год. Двоих оппозиционеров-организаторов марша во время митинга задержали, их арестовали на 15 суток. Закон о налоге на тунеядцев инициировал президент Александр Лукашенко еще в 2015 году. Крайний срок оплаты был 20 февраля 2017 года. С тех пор митингующие уже добились перенесения оплаты на год. Теперь хотят и вовсе ее отменить. Если бы мы хотели бы заработать, мы не заработаем. Страна развалена, экономика развалена. Мы на грани дефолта. У нас нет будущего. Все самое активное население, умные люди, ученые, профессора, студенты, умная молодежь уехала из страны.